Дали. Обалдел. Я прям хотел покататься на реке. Шустренько так раз. Над водой 19 градусов, я чувствую, да. Вы над водой мерили в Тадусаке, да? У меня прогноз погоды. Вот они туда плавают, к тому маяку. Там вот смотрят эти... Китов? Китов, да. Так, мы уже причалили. Я добежала. Сейчас будем выезжать. Поехал первый ряд. Наша очередь еще не скоро. Вон, видите, там первый ряд уезжает. Все, сидим, ждем. Мы поехали, у нас зеленый свет. Мы выезжаем. Мы выезжаем с парома. Такая вот красивая гостиница тут. Фьордовое кафе. Фьордовое кафе. Еще, это сейчас будет симпатичный домик. Красота для туристов. Bienvenue to Dusak. Юху! Эти туристы сейчас будут загружать, смотреть китов. Тоже школьный автобус. Яхточки. Паркинг, как вы поняли, тут весь занят. Ребят, какие дюны. Здесь написано дюны. Я думаю, ну мало ли дюны и дюны, название какое-то. А реально дюны. Посмотрите, не песок. Не знаю, поможет увеличить. Там маленькие-маленькие червячки. Это люди. Ничего. Где? А, наверху. Смотрите, какой песок тут. Реально песок, как на Атлантическом океане. Вот этот белый песок. Камера для голос? Офигеть. Да ладно, поехали, не важно, этих людей там. И березы, кстати, обратите, березовая роща. Ну, столько березок, прям все камнеть хочется. Все, да, сразу. Море, мир бездонный. О, волны, чайки, дюны песочные, посмотрите, красотища.
Пинки, но это очень далеко. Мы можем проехать еще дальше. Там парковка есть. Может быть, чуть ниже будет. Давай. Здесь пляж. Очень далеко, пляж вниз. Вниз, он говорит. И там типа будет тоже паркинг какой-то, там еще что-то. Может быть, там будем спускаться. Ваше местное назначение справа. Здесь тебе лучше навряд ли настолько спуститься. Ладно, из всех у меня самая неудачная одежда для хождения по песку. Еще и этот есть. Сандали. Сандали, ага. Ну а что, надо же эргономично одеваться. Эргономично. Римляне ходили сандаль, а Москва это третий Рим, так что я как римлян оделся на прогулку. Не сильно ближе, да? Да, очень да, глубоко. Там нельзя спуститься. Я тоже. Да, сейчас там машину туда оставили, если так не спорить. Вон, да. Смотровая площадка, смотри, где-то. Да, и куда-то спуск-то должен идти. Все успел снять. Парковка здесь, знаешь, сюда стоит. Да. В кемпинге нельзя где-то постоять, конечно. Вроде найти. Ну. Че, вот сюда стоит, да? Отлично? Да. Я устала просто немножко. Ну, за когда поездку. Посмотрим и домой. Да, полюбуемся, сейчас отдохнем. Я, как я появился, чинак, ты тоже устал, да? Чинак, каналье, тысячи чертей. Каналье. Как же тяжело на канале это делать. Ах, красота! Красота нравится. Ладно, долежь, пап? Че, ему еще надо? Где? Там, это не берег же. Я думаю, туда надо ехать, где фьорд, где мы видели беседку, слышишь? Это же. Все грибы. Смотри, здесь это растет. Брусника. Здесь брусника. Белый? Ага, видишь, вот этот. Вот этот и вот этот все мох. Понял? Пойдем, куда наши часы лежат. Ну вот они. Там мы что-то перепутали с тобой. С грибами пошли. Mm-hmm. А надо?
Хи-хи-хи. Морду появился. Хи-хи-хи. Вот тут хорошо. Сначала показалось, что там утка какая-то. Где у тебя камера там? Снимай людей. Да я уже много раз снимал. Дай. Дай я лодку подснимать. Там увеличь прям сильно-сильно. Да и так и видно. Увеличил? Ага. Да, где-то там великие, да? Ты что так хочешь людей заснять? Это так сразу видно, как ты далеко, какой ты большой. Все. О, так что маяк? Угу. Снял его? Ага. Да. Чё? Потом обошел и по вот этой лестнице уже забрался сюда. Вот что-то. Я думал, ты в какой-нибудь зыркаешься. А нет, тут да, зыркаешь. Честь. Я же тебе позвоню, куда надо идти. Купаться пойдем? Туда спустимся, если. Да. А, ну вот проход. Да. Так, туда чуть-чуть. Купаться не хочу. Все, наслаждаюсь и домой. Пойдем по морю. Да, как-то вообще море далеко от нас. Жди, спустимся. Женщины-экономические. Все, пошли к морю. Да ты со мной иди. Че, пойдем туда? Да. Пойдем туда. Ну, девушки, девушки. Пойдем здесь. Что, пап, ты улетел? О, наши уже спустились. Ракушки, ребят! Смотрите, как много. Это же море! Я на море. Смотрите, какая там сзади меня красота. Волны. Пляж. Песок и дюна. У-ху! Водоросль. Как обычно. Капуста какая-то. И-и-и. Еще водоросль. Смотрите, какая интересная.
разнообразно, да? День, видел, какая водоросль? Видел? А-а-а. Теплая вода тут? Море мое прекрасное. Там прям вода слоями идет. Да? Здесь слой холодный. Друзья мои, я вас приветствую на море. Здесь мы. Пусть ходит, гуляет. Он гуляет, но он пьет. Ну пусть пьет. Поймет, что она соленая. Она не соленая. Как не соленая. Перемешанная. О, дюна. Где ледяная вода? Ледяная, ледяная, ага. Кел, как сейчас тебе? Сейчас ноги остыли, понимаю, что хорошо, что вы по джинсу поехали. Угу. Хорошо-то, да? Водоросли. Кел, тебе нравится? Ему нравится, Дань, как ты ага. считаешь? А тебе, Дань? Ага. Ну, какие водоросли. Кела. Оно солёное, попробуй. Кел, вода ледяная, выйди. Ой, блин. Ай, вода-то это прям острая, ледяная. Ты сейчас погуляем, тогда поедем туда, к этой беседке, да, к этой ага. деревеньке. Потому что поменьше людей будет. Аби и Луис, Тадусак 2019. О, вода. Она прибывает, да? О, теплая пошла, вода прибывает. Теплая, ага. Теплая пошла. О, вот в этой купаться прям может. Ну, может, привыкли просто? Не, реально. Теплая идет водичка, ребят. Прилив. Спасибо. Чайки дождались. Вон там эти бегают, смотрят. Где? Китов. Смотрители китов где? А, вот там. Вон там далеко? Угу. Там посерединке их вылавливают. С эхолотами ездят, там смотрят, где какие киты идут. Плывет, не плывет, да? А, они же еще редко в море. Если пока не прибежала быстро. Засеки, куда вода приходит, чтобы нам не профилонить это время. Вода идет, класс. Дай. Наконец-то песик может в настоящей водичке закупаться. А то вы его все не пускайте. Не пускайте. Кела, ты куда идешь-то? Он явно на море собрался купаться. Ты на море приехал, малыш, на море приехал. Вот он, сынок, море. Вот они, волны. Вот они. Красота. Море. Ю-ху, мы на море. На океане. На ке? Нет, холодно. У нас просто ноги привычные.
Нет, там холодное в этом. Вот иди в ту лужу сходи, брат. Ну чуть-чуть глубже зайдем, у тебя красные ноги уже. Ты просто привыкла. Ну идет теплее вода, Миш. Я, слушай, не пускаю. О, Дань, выйди, он купаться пошел. Я пока пройдусь, пока тут можно походить. О, смотрите, дно. Видно вам дно? Солнышко светит. Дно. Шки море. Где-то там рыбку видела. Рыбка. Какая красота. Смотрите. Какая прелесть. Океан, море. Да? Там Дися сидит на берегу. Я уже далеко ушла, пока сегодня отлив. Можно подальше, да, отойти от берега. Тоже своя польза есть, да, в отливе. Сейчас я штаны закатаю повыше. Нет. Я штаны закатаю. Чтобы мне тут походить по реке, по морю. Вода волшебная. Волны. Море, класс. Класс. Чайки. Без меня пес не уходит. Стой, 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 он сейчас сырой будет, не ходи. Выходи назад. Она слоями идет вода, слышь, Миш? Слой прям ледяной, слой горячий. Кела, ты весь сырой, выйди, да, ну выйди с ним. Малыш на море приехал покупаться. Мам, он прямо... Кел, ты мой мальчик. Без меня никуда. Мам, он прямо от моря не хотел уходить. Он на песок прилег мокрый, и там и лежал. Он старается, как я не пойду. Идем? А там нет какой-нибудь хитрой дорожки по камням подняться? Я думаю, там она, по крайней мере, устойчивее должна быть. Да, чтоб нам в песке не увязнуть сейчас по колено. Я не боюсь, что по этой дюне мы не поднимемся. Ага. Вообще класс. Ю-ху, мы на море. Ю-ху.
палочки китайские. Так, Миша, оставь меня, телефон там вырубается. Он начал звонить. Мать, я надо еще колеса? Самочка, мы тут в гору вползаем. Смотрите, какие горы. Представляете, это все такая глыба, скала. И мы по ней сейчас ползем. Фу, еле забрались. Ага. Вон там Денис. Забрал где-то нас там еще. Забрал всю марафонец. Конскую мощь. Вон марафонец еще идет. У нас уже флаги развиваются. Цивилизация. Да? Куда-то вышли. Какую-то пешеходную тропу. Да! Говорит, вот. Тут с вами можете еще столкнуться. Программа выживания сов, птиц, нектарий. То ж мы сделали это. Ну пойдемте, все вышли. Причем даже не верится, что мы пару минут назад были там. Ага. Такая высотища. Говорит, чтобы руку не сбивать, из камня построим. Да? Видите? Смотри, какие места для отдыха. Кёбан уже что попить? Сейчас не паркуйтесь, говорит. А он припарковался. А? Воды. Чё, воды? Да. Ура! Выбрались. Такой поход.